Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Вик, Александр Шунин. И у нас прямое включение из Нью-Йорка. Мы... Потому что именно в Нью-Йорке 13 сентября уже открылась 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, но главным событием станет неделя высокого уровня, она начинается сегодня, и в ней принимают участие самые высокие представители государств, членов Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций, президенты, главы правительств, министр иностранных дел. На завтра, 21 числа, например, запланировано выступление президента Эгилса Левица. А сегодня с нами на прямой связи из Нью-Йорка официальный представитель Госдепартамента США Андреа Каллан. Доброе утро, Андреа. Доброе утро, Андреа. Доброе утро. А скажите, что ждать от этой недели? Какие главные темы, какие главные встречи, на которые стоит обратить внимание? Ну, президент Байден прибывает в Нью-Йорк в среду, и как раз у него будет выступление в среду утром здесь, в Нью-Йорке. И как раз он будет подчеркнуть приоритеты США в ООН. Это как раз решение проблем глобальной продовольственной безопасности. Это вот продолжается именно из-за войны в Украине. Укрепление глобальное здравоохранение. Мы видели в течение более двух лет, какие проблемы были связаны во всем мире с COVID-19. И как раз президент Байден будет подчеркнуть, что нам нужно работать вместе, чтобы преодолеть и будущие угрозы в здравоохранении. И третье — это соблюдение устава ООН. Потому что как раз мы видим кризис в ООН из-за того, что все члены ООН, а именно сейчас Россия, не соблюдают фундаментальные принципы ООН. И именно из-за этого это так важно, чтобы эта встреча состоится на этой неделе, чтобы лидеры всех стран могут говорить об этом, как делать так, чтобы ООН более эффективно действовала, работала, чтобы был мир и безопасность во всем мире. В ООН на данный момент действительно наблюдается некая фрагментация. С одной стороны, это Соединенные Штаты и союзники, с другой стороны, это Россия и, можно сказать, Китай в силу определенных своих интересов. И третья группа стран – это Индия, Бразилия, Азия, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка, то есть те страны, которые напрямую не участвуют в войне, но они обеспокоены последствиями, которые испытывают их, в том числе экономики, но до сих пор не выбрали чью-то сторону. Из первых двух групп имеется в виду. И на первом голосовании в марте, в общем-то, Москва за ее действия на Украине осуждена не была. Как вы думаете, возможно ли это на нынешней сессии? Ну, мы можем ожидать от этой сессии, что действительно много стран, большинство стран будут показать, что они против действий России, что это угрожает мир, не только Украина, не только Европа, а весь мир. И как раз эта неделя хорошая возможность для лидеров иметь эти разговоры не только во время сессии ООН, Генеральной Ассамблеи, но тоже в разных встречах, которые бывают в Нью-Йорке на этой неделе. Сейчас город совсем забит с дипломатами, встречи бывают не только в штаб-квартире ООН, а в разных местах в городе. На этих встречах на каком-то уровне ожидаются ли переговоры между представителями США и России? США не попросили встречи с российскими представителями.
вон, и у меня нет информации, что будет какая-то встреча. Как раз президент Байден будет подчеркнуть, что чтобы иметь переговоры или встречи с Россией, нужно, чтобы Россия соблюдала международные нормы. И вот вторжение в Украину и продолжение российской агрессии в Украине это совсем показывает, что Россия хочет, наоборот, не соблюдать нормы. Но, тем не менее, мы, США, хотят, чтобы все вернулось по-прежнему, чтобы Россия соблюдала международные нормы, и чтобы Украина могла бы жить спокойно, и чтобы ее суверенитет и территориальная целостность стала, как было до вторжения России в Украину. Вот, Андрея, как раз я и хотел спросить, каким видит вот официальная позиция Соединенных Штатов решение этого конфликта? Это возвращение на ситуацию до вот 24 февраля? Или это, насколько мы знаем, с позиции Украины, это вернуть все утраченные территории, включая и Крым, и также Луганск и Донецк? Ну, это не решение для США, это именно решение для избранного президента Украины и для украинского народа. Так что США будут поддерживать Украине, мы будем помочь им достичь своей цели, чтобы украинский народ мог бы жить спокойно в своей стране. Суверенная и свободная страна. Что может содержать итоговая резолюция Генеральной Ассамблеи, на ваш взгляд? Ну, не могу предсказать, что будет. Нам нужно ждать все выступления лидеров, все переговоры. И это как раз будет целая неделя. И посмотрим, что выйдет из этого. Я рада с вами говорить после встречи, чтобы обязательно подведем итоги, конечно. Недели. А скажите, вот назначение Чаба Кёриши из Венгрии, ну то, что он сменил предыдущего вот, спикера этой ассамблеи ООН, то, что Венгрия все-таки поддерживает, ну больше склоняется на сторону России, он выпускник МГИМО, если посмотреть его биографию, это вот каким-то образом может ли повлиять на какой-то ход обсуждения дискуссии? Ну вот здесь, не зависит от человека, нужно смотреть на ситуацию. И когда мы видим такое зверство, то, что случилось в Изюме, например, столько людей страдают, погибли, и вот именно смотрим на это и будем очень громко и много раз говорить всем, и не только в ООНе, а и на других площадках, и на других встречах, что то, что такая ситуация, которую мы видим сейчас в Украине, не должен быть. Нам нужно положить конец этой войне и поддерживать Украине столько, сколько понадобится, чтобы эффективно бороться с российской агрессией. Андрей, еще один вот вопрос. Будет отмечаться 30-летие декларации о праве лиц национальных, этнических, религиозных и языковых меньшинств. И я понимаю, что это будут какие-то, может быть, приняты новые решения, дополнения вот к этой декларации. Какой вы видите эту ситуацию, например, для защиты действительно вот меньшинств? Как будут выступать? Какая официальная позиция Соединенных Штатов? Ну, действительно, вот позиция США — это то, что нам нужно защищать меньшинств, религиозные, этнические и так далее. Люди должны иметь возможность жить спокойно и не чувствовать какие-то последствия
просто должны иметь возможность жить свою жизнь, не зависит от религии, национальности и так далее. Так что вот наша позиция на это не изменилась, и ожидаю, что на этой неделе здесь, в Нью-Йорке, будем укрепить нашу позицию в этом. В таком случае напоминаем, что начинается неделя высоких встреч на 77-й ассамблее ООН. Продлится до 26 числа, до следующего понедельника. И мы договорились подвести итоги, Андрей, да? Мы можем? Да, давайте. Отлично. Я вот как раз хотела с вами говорить из улицы, чтобы вы слышали звуки Нью-Йорка. Но немножко громко сейчас. Город действительно никогда не спит. Но вот по итоге этих встреч я с удовольствием с вами еще раз подключаюсь. Отлично. Спасибо большое. В таком случае договоримся с вами за эфиром. Огромное спасибо, что сегодня нашли время связаться с нами. Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента США, была с нами на прямой связи из Нью-Йорка. Еще раз огромное спасибо и хорошего дня, удачной недели. Всего доброго. Ну, а мы сейчас переходим от новостей действительно высокой политики к новостям здоровья и поговорим о здоровом сне. Новости хорошего сна. Представляет Neuromed Sleep. Это комплекс с мелатонином, лекарственной мелиссой и перечной мятой. 1 миллиграмм мелатонина помогает сократить время засыпания. Мелисса и мята расслабятся. Neuromed Sleep для качественного сна. Засыпайте легко. В последнее время эксперты отмечают рост уровня стресса и как следствие изменения режима сна и бодрствования. Треть своей жизни человек проводит во сне. Это не значит, что тратить время на отдых, значит тратить его впустую. Напротив, сон может стать лучшим лекарством в лечении множества заболеваний. Но как его наладить? Начинать надо с проветривания помещения, где человек спит, а также выбора соответствующего матраса, подушек, постельного белья и прослушивания расслабляющей музыки. И что немаловажно, отказ от гаджетов и телевизора, когда находитесь в кровати. Также помочь наладить здоровый сон может безрецептурная биологически активная добавка с мелатонином. В основе наиболее эффективной комбинации для улучшения сна – сочетание мелатонина, мелиссы и перечной мяты. Мелатонин – это естественное снотворное тело. Если же научно, то это гормон эпифиза, который регулирует циркадные ритмы организма. В свою очередь, экстракт листьев мелиссы обладает мощным седативным воздействием. Он действует как аптечные антидепрессанты, причем оказывает достаточно мощный эффект при излишнем эмоциональном напряжении, перевозбуждении, депрессии, неврозах и бессоннице. Перечная мята является лидером среди трав, способных нормализовать сон и успокаивать. Благодаря исследованиям удалось выяснить следующий факт. Все разновидности мяты содержат высокой концентрации ментол и изовалериановую кислоту. Эти вещества снимают спазмы сосудов и очищают их, успокаивают нервную систему и запускают процесс выработки гормона сна – мелатонина. Помимо помощи природных средств, специалисты рекомендуют: ограничьте или исключите употребление кофеинсодержащих продуктов, а это кофе, чай, тоники, и не употребляйте их за 6 часов до сна. Соблюдайте умеренность в потреблении алкоголя. Доза для взрослого человека не должна превышать пару бокалов вина, бутылку пива или 70 граммов крепких напитков в день. Используйте на окнах светоизолирующие шторы. Сейчас светает уже достаточно рано. Если у вас тонкие шторы, то дневной сон может подавлять продукцию мелатонина и нарушать сон утром. Новости хорошего сна. Представляет Neuromed Sleep. Это комплекс с мелатонином, лекарственной мелиссой и перечной мятой. 1 миллиграмм мелатонина помогает сократить время засыпания. Мелисса и мята расслабятся. Neuromed Sleep, когда хочется не только заснуть, но и хорошо выспаться. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
Да, хорошо заснуть, наверное, можно, если у тебя хорошо на душе, прекрасные какие-то семейные отношения и меньше нервотрепки. Вот мы говорили о том, что Сильвестр Сталлоне собирался разводиться со своей женой, точнее, она, по-моему, собиралась с ним разводиться. Потому что он там скрыл какие-то доходы. Да. Не все отдавал жене. Ну, это называлось официально растрата семейных активов. Я примерно так это и назвал. Ну, ты знаешь, вот можно, а мало ли, может быть, это она подразумевает измену, знаешь, растрата семейных активов. Там. А, в этом смысле? Тоже то все так неоднозначно. Заявила, что их брак безвозвратно разрушен, но сам Сильвестр Сталлоне, во-первых, хотя он свел татуировку жены, правда, он заявил, что это просто неудачная ретушь, и там как-то так ушел от вопроса, опубликовал фотографию, где он и Дженнифер Флавин, его, значит, супруга, модель, идут, взявшись за руки, и написал «замечательно». Угу. Вот такая подпись. Она его ведет в тату-салон набивать новую. И теперь все гадают, действительно ли они помирились, или что это такое, что это было. Но, во всяком случае, он еще опубликовал очень трогательную фотографию с тремя дочками, которые еще находились в таком детском возрасте. Сейчас-то это уже барышни на выданье вообще, то есть такие скоро сделают, я понимаю, его дедушкой. Вот, ну и сообщалось о том, что конфликт, возможно, произошел из-за их домашнего питомца, собачки вот по имени Дуайт. Якобы Сталлоне часто отсутствовал дома из-за съемок, не заботился о собаке, а сам, ну, я понял, завел собаку и, дескать, передал ее жене. Ну и она была очень недовольна, и это привело к ссорам. Казалось бы, причем есть растрата общего семейного бюджета. А, но если они могут еще помириться, то вот солист группы Imagine Dragons заявил в своем твиттере, что расстается таки с супругой после 11 лет брака и 4 произведенных на свет детей. Я с грустью сообщаю, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Сейжей расстались. Спасибо, что всегда поддерживали нас любовью и заботой на протяжении всех этих лет. Ну, правда, он со своей Эйжей Волкман уже сообщал о разводе в 2018-м, но через некоторое время они заявили, что кризис в отношениях преодолен, пара снова вместе. Ну и на сей раз фанаты тоже имеют возможность предполагать, что помирятся еще, как-то милые бронятся, только тешатся. Ну вот посмотри, тут приходит сведение о воссоединении, возможном еще одной пары, то есть Настя Ивлеева и Эл-Джей, они как будто бы развелись, но внезапно решили отметить вместе годовщину свадьбы. Казалось бы, уже не в браке, но тем не менее... Эту годовщину провели вместе, гуляли вместе по Санкт-Петербургу, а на концерте Эл-Джей начал исполнять песню «360», которую посвятил Ивлеевым. Mm-hmm. Тут, значит, Настя Ивлеева сама залезла на сцену, стала снимать происходящее на камеру. Эл-Джей обратился к Ивлеевой и сказал, назвал ее «мой любимый блогер», после чего они стали целоваться в губы. Прямо на сцене. Ну и все теперь гадают, что это вообще. То есть как будто бы воссоединились они или не воссоединились. Вообще, что между ними происходит. Но вот вроде бы поженились в 19-м, в 21-м развелись. А теперь снова сходятся. Ладно, давайте тогда продолжим про всякие матримональные и не очень отношения. У 45-летнего Канье Уэста якобы новый роман. Бывший муж Ким Кардашьян встречается с африканской супермоделью Кэндис Вейн-Пол. Ангел Виктория Сикрет их несколько раз заметили на свиданиях. Уже вроде как официально даже сообщают источники, близкие к скандальному рэперу. Однако поклонники творчества Канье сомневаются в серьезности его намерений, поскольку за последнее время он все активнее меняет своих партнерш. Поматросил и бросил. Вот, ты знаешь, вот здесь вот поматросил и бросил, я бы хотел сделать акцент на том, что в неофициальных отношениях поматросил. А вот житель Саудовской Аравии, который сейчас, по-моему, претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, он более 50 раз женился. Судя по всему, честный человек. Вот «Привычка жениться» был такой фильм, помнишь? Да, Ким Бейсингер и Алек Болдуин, они все время то сходились, то расходились, но там они вдвоем, а тут он ищет все свой идеаль.
А, у него, в смысле, уже 50 набрано? 50 набрано браков. Ага. То есть, смотри, он женился в первый раз в 20-летнем возрасте, затем через 3 года развелся, потом решил снова жениться, потом второй, третий, в общем, брак. Самый короткий брак у него продлился меньше суток. И всего он женился 53 раза. В списке жен у него были иностранки, на которых он женился в своих зарубежных поездках. Но все-таки большинство избранниц Абдулы, вот Абдулла Гарем, да, родом из Саудовской Аравии. Ведет себя действительно как какой-то деятель культуры, несколько взбалмошный. У нас не взбалмошный гость, хотя и, в общем-то, культурного направления будет, а буквально через минуту-полторы после непродолжительной паузы. Радио Балткома.